Начало осталось по первому этапу, начало он калды. Чтобы пойти в первый класс, необходимо записаться заранее. Родители дошколят в этом году смогут записать своего ребенка в школу через месяц небольшим. Однако уже сейчас необходимо собрать нужные документы. Свидетельство о рождении ребенка, личный идентификационный номер. Ата-энелер 11 апреля масштаб уже заявка таштаешь. Регистрация первоклассников стартует 11 апреля. Несколько позже записаться в школу можно будет и в электронном виде. Родители просят подумать о выборе школы заранее. У каждой школы есть свои квоты на прием первоклассников. В школе имени Алтыбаева в Аше, например, готовы принять 245 учеников. Это на 65 человек меньше, чем в прошлом году. В прошлом году мы начинали прием с 15 февраля. Также важно вовремя за 14 дней собрать все документы, иначе могут быть задержки. Вы можете записаться и прийти в августе. В школе отмечают, в предыдущие годы, если родители не подавали документы в течение 14 дней с момента обращения в школу, то ребенка снимали с учета. В этом году схему решили изменить. В электронном виде обращения начнут принимать 15 августа, как раз за 2 недели до начала учебного года. На первом этапе детей будем регистрировать с 11 апреля в школах по месту жительства. На втором этапе будут принимать детей из других регионов, в том числе и в электронном виде. Внимание! Начиная с 2022 года прием детей 6-7 лет в первый класс в государственные и муниципальные школы Кыргызской Республики будет проводиться через информационную систему miktep.edu.gov.kg в 2 этапа. Первый этап с 9.00 11 апреля до 9.00 27 июня по месту прописки. Второй этап с 9.00 27 июня до 9.00 10 сентября по месту проживания. Родителям, законным представителям необходимо заранее подготовить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, 2 электронные почты, основную и дополнительную, персональный идентификационный номер родителя, законного представителя и ребенка. При отсутствии персонального идентификационного номера необходимо обратиться в Центр обслуживания населения. Дополнительную информацию вы можете получить по следующим номерам. Короткий номер 119 или же 0312-988-940-0220-022-196. В Южной столице в этом году в школы должны пойти порядка 8 тысяч первоклассников. Их готовы принять более 50 школ. Льготы при записи в первый класс имеют дети военнослужащих и учителей. Алена Смирнова, Айджанул Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош. Сегодня у нас 18-е.